Всем привет! Работал над одним заказом, решил снять, показать. Подготовил человеку в этом бучер клин классический и яхту советскую. С ними начнем. Яхта самая стандартная, круглоносая, уже из последних, 63-й год. Вот, сделано по РТУ 59-го года. На родном футляре об этом можно прочесть. Вот. Ну, самое, что ни на есть, классика. У нас был большой обзор на яхты. Вот. Кто не видел, может посмотреть на канале. Там о всех разновидностях этих моделей, которые существовали. Вот. Ну, по резу они, в принципе, все одинаковые. Прямоносые, круглоносые, 50-е, 60-е. Это сталь Х05. Углеродка с примесью хрома небольшой. Хороший, приятный, такой шелестящий рез. Вот. Этот клиночек практически в идеальном состоянии. Следы эксплуатации здесь минимальные. Ну и комплектация получается футляр. Вот. Для новичка бритва более чем достойная в плане освоения. Очень простая, но имеет легкую правильную улыбку, поэтому приправки на ремне это надо учитывать. То есть направлять надо хотя бы основную часть и носик. Пяточку, в принципе, можно не трогать. Ну, если есть желание, можно направлять и пяточку. Но в бритье обычно пяточкой редко пользуются, поэтому тут кому как. Вот. Ну, если просто прямыми движениями править, то большая часть и так будет направляться. Тут лишь вот малое скругление возле самого краешка носика. Вот при прямых движениях ремень не будет этого скругления касаться, поэтому желательно немножко приподнимать пяточку, и тогда вся кромка будет направляться. Вот. Ну, по тестам как-то так все идеально проходит. Так, также там еще ремешок просили. Кожу жду вот буквально сегодня вечером уже новую партию сделаю и, скорее всего, завтра смогу отправить. Вот. Второй клинок Weidon Butcher, классический английский клин, 1850-е. Старая добрая классика. Это вариант с гравировкой Silver Steel Razor, то есть бритва из серебряной стали. Размер где-то 7 восьмых, крупная, массивная. Выборка почти отсутствует, это клин. Вот, без регринда, без восстановительных работ. То есть здесь все, в принципе, в оригинале. Вот. Ручка рок, пины типа бычий глаз из латуни, клинышек оловянный. Вот, состояние. Ну, в принципе, как для его лет, а это, напомню, 1850-е, состояние очень даже неплохое. Вот, заточено с одним слоем изоленты, будет очень легко правиться на ремне. Для клина, в принципе, это очень неплохо. Фаска приемлемой ширины. Вот, но здесь, так же точно, как и у яхты, кромка с небольшой правильной улыбкой. Это улыбчивый клин, поэтому на ремешке надо приправки это тоже учитывать. Вот. И в отличие от яхты, здесь приправки надо давать чуть больше акцент на режущую кромку. Вот. Ну, собственно, в ролике о том, как править бритву, я уже это давно показывал. Я вам этот ролик скидывал. Думаю, вы его уже посмотрели. Вот. Там я показываю, как именно улыбчивые клины править, чтобы они полностью направлялись. Вот. А что касается бритвенных качеств, ну вот эти вот старинные клины, конечно, они наиболее мягкие. В освоении, да, несколько сложные могут показаться, ну, особенно в сравнении с яхтой. Вот, там все-таки на выборке бритва. Вот. Но в бритье это самый мягкий и комфортный результат будет. Вот. Все. Батчер тоже будет в футлярчике, поедет, как и яхта. Вот, ну и там будет ремешочек. И как у меня будет все готово, я вам напишу тогда. Все, на этом все.